чтобы остаться в проекте, паре надо победить в эстафете. Состязание состоит из трех этапов. Первый этап – это воздушное приседание. Необходимо правильно присесть 20 раз. Второй этап – упражнение на пресс. Из положения лежа ребятам придется сложиться скрепкой. Руки должны коснуться пола. Итак, 10 раз. Замыкает эстафету подкидывание мяча из положения сидя. 4-килограммовый мячик должен попасть в цель 5 раз. Участники пары стартуют друг за другом. Какая пара быстрее и качественнее выполнит упражнение, та и останется в проекте. На старт, внимание, марш! По итогам дополнительного испытания Максим и Катя проиграли девчонкам всего 9 секунд. Их время 1 минута 54 секунды. Вообще, в начале этого проекта я бы половину этого не сделала. Мне кажется, мы проиграли из-за того, что у нас больше вес, который мы не смогли победить пока еще. Валя и Лена справились с заданием за минуту 46 секунд. Волновалась, но я рассчитывала, что Валентина у меня тоже боец. Эти испытания нас только закаляют, да. Чтобы не расслаблялись, чтобы просто... были в тонусе. Да, мы идем так к победе, то есть через испытания все проходим, а не так, чтобы нам легко все это далось. Подруги второй раз выигрывают дополнительные испытания и снова остаются в проекте. Мы не закончим тренировки, мы продолжим также правильно питаться, потому что мы это полюбили. Занятие спортом нам тоже очень понравилось, поэтому... Проекту спасибо, очень рады, что нас пригласили. Нашему тренеру огромное спасибо. Вообще все приветливо, нам очень Сенсей, понравилось. Сенсей, привет!